Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал лужанам о будущем медицины в Лужском районе. По его словам, в прошлом году из областного бюджета на ремонт урядовской поликлиники было выделено 11 миллионов рублей. В этом году на 30 миллионов провели капитальный ремонт Осьминской амбулатории, 20 миллионов рублей. Регион потратил на ремонт здания инфекционного отделения Лужской межрайонной больницы, а в следующем году ремонт завершится, но на это понадобится еще 40 миллионов. В прошлом году завершено строительство фельдшерско-акушерского пункта в Волошово. В этом году планируются ремонты ФАПов в Тарковичах и Мшинской, а в Ямтесово, Скребловой, Рютине и поселке Володарского начнется строительство новых. В Толмачево новая амбулатория начнет работу в 2020-м. Существует в Лужской больнице проблема с автомобилями. Сейчас есть 8 машин, причем 2 из них сломаны и не подлежат ремонту. Остальные тоже постоянно ломаются. Но уже до конца текущего года область передаст больнице 3 новых автомобиля, а в следующем году еще 3. Но на машинах должен кто-то работать, и если водителя найти не так сложно, то с врачами проблемы были всегда. Решить их правительство 47-го региона планирует с помощью мер стимулирования, в первую очередь финансовых. Конечно, сейчас нужно решать вторую задачу обеспечения кадрами, но это отдельная проблема. Мы сейчас ее решаем. У нас действуют программы «Земский фельдшер» 500 тысяч подъемные, «Земский врач» 1 000 000 подъемные, узким специалистам сейчас по 20 тысяч мы доплачиваем. И сейчас очень активно работаем по привлечению врачей под жилье, которое мы даем узким специалистам, значит, на селе и в городе. Ну, здесь просто нужно набраться терпения. Конечно, сразу все не сделать, но положительная динамика очевидна.